Дорогие друзья, Бишкеку 145 лет. Мы, команда «Русского дома», вместе с вами спешим признаться в любви городу, в котором мы живем, работаем и вместе с вами встречаем весну. В Бишкеке много что связывает Кыргызстан и Россию. Ну а какой день рождения без подарков? И именно поэтому мы дарим Бишкеку его гимн «Бишкегим», но не в обычном исполнении, а впервые он прозвучит в сопровождении легендарного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. С днем рождения, любимый Бишкек! Bishkek.